сейчас? Нету, прям полез. Ну, страшно, конечно, потому что видно, что где-то не дорабатывают наши спецслужбы. Страшно, страшно, очень. Настолько ты не понимаешь уже, где, что ожидать, не знаю. Нужна помощь, необходима помощь людям, которые пострадали вчера, я считаю. Ну, это долг, наверное, все-таки каждого гражданина, тем более, который может сейчас сделать это и помочь, и мне это не так сложно.